Идем с Женей уток кормить. Аккуратнее, не провались только. А, посмотрите, что, где они, есть ли тут. Вон они уже плывут. Смотри, аккуратней. О, ути. Сейчас мы вас покормим. Погоди ты, ну-ка брось. Да я оторву. Держи. Опа. О, налетели. Отбирает, сейчас побольше вам накрошу. Так, ну что, эй, уйти. Ну-ка, дай, возьмет ли она меня из рук? Да у меня же берет, да. Значит, у тебя должна. Эй, тыпа. Смотри, оп. Оп. Эти-то малыши. Ну это я не знаю, что за вид утки такой. Но эти наши кряквы. Вот эти гоняют, кстати, этих кряков. Смотрите-ка, какие они. Брось. Оп, о, вот, вот какие они. Маленькому дай. Это уже поздний выводок. Вот эти выводки. Да, кряква. Красота какая. Возьмут. Бросай. Ну гоняют это. Мамка-то от утят гоняет. Ты бросай вот нашим, как говорится, кряквам. Да. Папа забирают что-то потихонечку. Так, а ну-ка дай хлеба им буханку. Просто вот так вот. Ну-ка. Ну-ка. Что будет? Да. Будет есть? Нет. Не будет. Я думал, будет. Какая, смотри, не урони. Да не бойтесь вы, не бойтесь. Вот, кстати, у этой зеленый клюв, у тех желта. Как вот распределяет, к примеру, кряку или селезень? Они же выводки молодые, все одинаковые. Да. Вот это непонятно, что за утка. Вот нарядка. Какие маленькие. О, еще там подмога плывет. Маленькие где? Ныряет они, травку кушают. Смотри, он вылезла. Видишь, на досочку. Я хочу ее поймать. Зачем? Надо. Вон там сидят. Мне. Это мамка, наверное. Не. На, отрывай. Так, вот да, я тоже оторву. Опа, я еще сам откушу. Ну как я вам. Вот там тоже наши приплыли. Кряквы. Угу. Смотри-ка там, под плотиками ходят. Да, кидаем тоже. Смотрите-ка, дерутся еще. Делят территорию. Вот это что за выводы? Что за утка? Напишите в комментариях. А что за вид утки такой? Еще гонят, смотрите-ка. Тоже уплыла. Бросай вон тем в тину тоже. Погняй. Туда. Вот какие дрочуны. Что ты дерете? Дерутся, смотри как дерутся. Я с тебя трясу, блин, дерете. Аккуратней только, Жень. Не провались, а то искупаешься. Ну, блин, ну-ка, дерется вон эту маленькую, гонят. И всем вам хватит. Сейчас, смотри, съест прямо из-под ног у тебя. Да не пугай. Что она плескается в глаза? Бутылка плавает. Ну, что, ути? Давай-ка, Женя, отойдем там. Тетенька идет. Ладно, погоди, ты не ступай. Я думал, пройдет. Видишь, бегают под плотиком. Кушают. Какие маленькие. Вот когда они вырастут, чтобы осенью улететь? Совсем малышки. Они никуда не полетят. Почему? Как? Ну что, река не замерзает. Здесь это выживут. Не замерзает? Не, это-то замерзает, река-то эти, рядом. Всю зиму они живут там, на речке. Что, серьезно? Конечно. О, а я-то думала, это перелетные. Так они перелетные, но река не замерзает, им что лететь-то они. Видишь, гоня. Я вчера кормила их. Они тут и на доску вылазят, сидят, угу. Все греются.
и понимает, ути-ути, все несутся в этого все. Побольше же не отрывай ты что-нибудь. Или по чуть-чуть бросай. Вот она вышла. Не бояться. Надо, главное, маленьким. Дай немножко я маленьким. Капельку. Дай же они оторвут сами. Маленьким кидаю. А мамаша, кстати, вот такого же цвета, она и отгоняет. Отгоняет, да. Больших. Ну, это два разных вида уток. Да? Да. Вот посмотри, что вот делать, так давно. Какой, а? Отбираю, думаю, малыши. Ну, как все кушать хотят. Пап, пакет попал. Ну, так поднимем. Опа. Вот так вот. Скучковались. Он, Жень, кинь, он там уточка сидит, он той кинь, она ждет. Вот той? Да. Вот это? А вон их трое тут. Бросай. Он там еще вот отину ест. И там еще есть. Так она вон ест. Нет, ты большие кинул. Надо мелкие кидать. Не мякиши, а корочки. Мелкими кидать надо. А мякиш, они тут же. Правильно, мамаша? Гоняй, гоняй. Гоняй, матушка. Маки хорошие мои. Нитки в мою полезли. В наглую. Так у тебя хлеб-то под ногами лежит, так вот она и вылезла. Голод не тетка, дай мне. На ухо. Чем мне не идет? Ты свеженький, ты и сам в рот. Ой, как она нырнула-то. Вот, смотрите. Ух ты, ух ты. Смотрите, как она туда. Вот это да. Вот малявка. Посмотрите. Что-то ищет. Вот это я понимаю. Ну какой нырок. На, мамашка. Она не сама редко когда клюет. В основном все это детишка.